Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Ну, сегодня я поделюсь с вами такими небольшими покупками, самыми необходимыми. Сегодня вот после работы заехали в магазины прям быстро-быстро, потому что уже что-то заканчивалось, кое-что из продуктов. Ну, давайте покажу на днях, что я еще покупала. Там тоже были продукты, конечно, я их не снимала. Такое хозяйственное покажу. В магазине «Монетка» я покупала вот такую вот белизну. Она у меня уже в использовании стоит. Она достаточно бюджетная, что-то, мне кажется, там 20 с чем-то рублей брать я буду. Ну, дешевая, потому что в «Пятерочке» у нас нет белизны. Там дорогая только стоит, вот которая была раньше, нет. В «Магните» тоже. И вот «Монетки» я увидела, взяла. Купила. Ну, на стол я уже не буду ее ставить. Вот я ее добавляю, мою пол, когда в квартире, это каждый день. Я мою кухню, коридор, обувь, ванну с туалетом. Ежедневно пол мою и вот добавляю эту белизну. Так, сегодня фикс прайс. Что я купила? Взяла вот такой вот Бимакс, гель-концентрат для стирки, ароматерапия. Увидела я у девочек в обзорах. И вот сегодня заехали, мужа попросила. Потому что стирать буду в выходные. Здесь 1,5 килограмма. 1,5 литра, как сказать. Очень приятный аромат. Вообще прям вот как капсул пахнет. И вот с таким вот носиком, дозатором. Так что вот буду пробовать в выходные. Потом, конечно, в пустых баночках отзыв скажу. Также я купила вот такой вот Биолан. Ну, выбирала, там был еще ромашка, но я взяла бальзам облепиха. Мне он нравится, что он очень густой. Другой Биолан там жидкий. Я уже его покупала, мне он не понравился. Сейчас у меня апельсин и лимон стоит. Вот смотрела в канистрах. Девочки показывают, у кого-то есть в обзорах этот вот средство для мытья посуды в больших канистрах. Но не было. Хотела взять, потому что это все, это месяца 3 можно не покупать. Не ездить лишний раз в магазин, как говорится. Так, и взяла вот опять Чистин 8 в одном, универсал. Как раз тоже так же чистить им. Также воду можно добавлять при уборке. Постоянно беру, купила. Пусть стоит, у меня еще есть, но это на запас. Так, затем фикс прайс. Так. Да, это, наверное, фикс прайс, я уже даже не помню. Наверное, там мы купили любимый. Такой вот апельсиновая манго. Или нет, или это, наверное, в «Пятерочке». Ну-ка, подождите. Чеки здесь. Что же, даже не помню. Сейчас быстренько. Чем средство? Нет, это муж у меня купил. Красно-белый он заходил, там салфетки тоже себе брал в машину. Это дочери. Вот красно-белый он такой любимый. Сок купил ей. Она потому что апельсиновый сок у нас любит. Так. Короче, все в разброс у меня получается. Затем фикс-прайс еще муж купил. Свое любимое вот это печенье. Сдобная медовая начинка вишня. 420 грамм ему очень нравится. Ну, прям быстро-быстро. Я, конечно, хотела бы там и гель для умывания взять. И гель для душа мне понравился. И шампунь. Но вот муж меня прям быстро утащил. Поэтому я там очень мало такого из химии, можно сказать, все, больше ничего не брала. Так, затем еще мы купили. Сейчас вспоминаю. Вот чеки надо не убирать, потому что я не помню, где что брали. Так. Вот это тоже муж купил. Воздушные. Это, наверное, тоже Дон Пина, мне кажется, он взял. Да, Дон Пина, батончики такие появились на кассе. Фикс прайс с апельсином. Вот купил муж дочки. Так, вот еще самое главное, фикс прайс тоже, что я взяла. Вот повторно вот такие вот салфетки Аура с антибактериальным эффектом. Здесь 220 штук. До этого я брала. Вот они у меня сейчас на кухне лежат. У них уже полпачки ушло. Такие вот как бирюзовый цвет. А это розово-сиреневый. Вот я решила взять. Не знаю, все то же самое написано. Может быть, аромат немножко разный. Вот взяла другие. Потому что мне очень нравится. Вот сейчас вот эти все покупки я протирала вот такими салфетками. Теперь все с магазина, все упаковки я протираю антибактериальными салфетками. Сразу.
заносим, ничего не ставлю на стол, протираю только потом. Так, затем фикс прайс — это все. На днях еще в Пятерочке я себе покупала, наверное, в прошлые выходные, вот такой вот гиалуроновый крем для лица омолаживающий от весны. Главаптек, он что-то вообще дешевенький был, тоже рублей 17, наверное, ну что-то такое. Здесь 45 миллилитров, ну взяла дневных, потому что у меня мало, думаю, ну мало ли, потому что все косметические магазины сейчас у нас закрыты, ну кроме Магнит Косметик, конечно. Туда, там я уже давно не была, вот взяла, были в Пятерочке, увидела, прикупила. И сегодня в Пятерочке мы еще взяли вот такую пену для ванн, я ее давно присмотрела. Сейчас скажу, у нее, так, где она стоит, 74,99, мы списали, там у нас немножечко что-то 36 рублей было на карте, и она мне вышла, пена, за 66 рублей 12 копеек, 66 рублей вот эта пена. Здесь идет тонизирующая с ароматом можжевельника, здесь аж 1000 миллилитров, очень большая, я думаю, что очень выгодный аромат, да, хвойный такой интересный, вот можете почитать. Body Art у меня есть, и гель для душа, вот еще жидкое мыло я хочу взять. Производитель, вот вы видите, Санкт-Петербург, Евротек, да, она не жиденькая такая, нормальная, достаточно густая, так что вот, будем сегодня мыться с такой пеной. И еще фикс прайс муж купил вот эти вот воздушные зерна риса, как, ну, стаканчик с мороженым, дочка любит, взял ей вот десерт, сладости побаловаться ей. Так, и в Пятерочке еще тоже что-то сладости муж захотел взять, вот такой рулет бисквитный, красная цена, я говорю, надо было фикс прайс посмотреть, но вот что-то я он мне не сказал, что он хочет рулеты, лучше бы там, конечно, взяли. Ну вот, купили с клубничкой, потому что там еще были со сгущенной, с вареной сгущенкой. Дочь у нас не любит такой вкус. Так, затем взяли кошки вот такой Феликс суп с курицей от куриной. У нас есть еще, ну вот один пакетик пока взяли. Потому что он без скидки сегодня был. Купили. Гостиниц кошки. И Пятерочки по акции тоже вот такой вот. Нет, вот этот не был по акции. Казинак от Азовской кондитерской фабрики. Казинак ассорти. Здесь и с орехами, дочка любит у нас такое. Ну, вот сегодня бал у меня. Дома сидит наша в заточении школьница. Никуда ее вообще не выпускаем. Вообще она уже вторую неделю у нас сидит дома. Нам приходится, муж у меня один или два раза в неделю выходит на работу. Я каждый день, он меня возит и забирает. В общественном транспорте я не езжу. Ну, вот. У нас нет выхода, нужно выходить, потому что мы работаем. Я тем более каждый день, кроме выходных. Вот такую халву я себе взяла от красной цены. Она что-то там 20, ну, 22 рубля. Нравится мне, вкусная, достаточно бюджетная, сухая халва. Так, и еще дочери вот такой вот фрутис купили. 8% от Кампина, это красно-белая тоже. С клубничкой. Два стаканчика взяли. Ну, вот и все. Все покупки сегодня и вот, ну, ближайшие дни какие были, такие. Ну, там были еще продуктовые, я вот еще повторюсь, что я их не снимала. Крупу убрали, такой вот макароны, сахар, соль. И набирали просто самое необходимое. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось данное видео, не забывайте нажимать на лайк. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Очень рада новым друзьям, новым подписчикам. И до новых встреч на моем канале, до новых видео. Вот помощница тут пришла. Наша красавица. Как же без нее? Нила. 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 Помогает мне видео снимать, да? Ну все. Всем пока. И всем, самое главное, всем сейчас крепкого здоровья. Не переживайте, все наладится. Ну и до новых встреч. Пока-пока.